Так, добрый день. Короткий видеообзор по поводу, как загружать рекламу на платформу StreamReward. Заходим в раздел «Рекламная панель». Следующее. Баннер 468 на 60. Загружаем сюда баннер 468 на 60. Не 728 на 90, не 360, ни какой-либо другой. 468 на 60. Извините, ищем баннер, где у нас такой баннер, я себе его на стол вытянул, я его загрузил, сюда мы вставляем ссылку. То есть это только образец, я сейчас сделаю, покажу вам, а потом я попрошу, чтобы у меня скинули это все. Сюда мы загружаем ссылку, реферальную ссылку, никакое описание, реферальную ссылку с проекта, который вы хотите рекламировать. Нажимаем кнопочку «Создать». Что-то не так пошло. Видите, это даже не позволяет мне создать. Так, еще раз загружаем сюда ссылочку. Я просто много скопировал. Расстояние спереди у меня. Вставляем ссылочку, сейчас на зелененькое, все. Загружаем баннер 468 на 60. Нажимаем создать. Крутится все. Ваш баннер загружен. Размер баннера, количество кликов, количество показов. Состояние модерация стоит. Если отклонят его, здесь будет стоять информация. Читайте, здесь будет стоять информация, по какой причине отклонили. Конечно, он не так будет показываться здесь, он просто будет показан маленький, чтобы видели, что тут загружено. Баннеры большие. То же самое делаем с большим баннером. Загружаем 728 на 90, не 468 на 60, 728 на 90. Я повторяю 10 раз, потому что люди опять будут тупить. Если баннер не будет согласовывать по условиям, зайдите в раздел FAQ, вопрос-ответ на сайте, почитайте условия. Какие можно загружать и что нельзя загружать. Если три раза отклонят по той же или, дурной, или другой причине, потому что вы не читаете, значит вас заблокируют. Такие условия страницы. То же самое. Заходим в раздел отзывы. Здесь можно оставить отзыв с вашей реферальной ссылочкой. Реферальная ссылка, конечно, на StreamReward проект, а не на какой-то другой проект. Читайте, что требуется для, что за условия для отзыва. Они появятся на сайте, эти отзывы. После модерации ваш отзыв будет опубликован на сайте. Отзыв будет отклонен, если партнер не заполнил раздел «Профиль», не загрузил фотографию или картинку. Отзыв должен содержать короткий текст. Также вы можете добавить свою реферальную ссылку. То есть не просто тупо реферальную ссылку, но и короткий текст. Я думаю, что понятненько все и ясно. Что еще? Так, по конкретику. Сейчас мы посмотрим еще, к примеру, что мои партнеры. Вывод, минимальный вывод $10. Заходите в профиль, создаете свой пароль, финансовый пароль, пас-коды. Записывайте себе его. Без него вы не можете вывести. Кто забыл, восстановить пароль стоит $10. Почитайте, это все написано в разделе FAQ на сайте. Вопросы-ответы. Возьмите время, почитайте. Все, в принципе, если что-то дополнить нужно было, мы запишем, или я запишу еще одно видео. Спасибо.